Доброе утро, доброе утро, доброе утро. Всем приветик, доброе утречко. Утренние игры у нее сразу. Не в такую активность утром, как у нее. Правила детей в школу, Макс остался дома, потому что у него температура. Ночью температура была, утром температура. Вот сейчас только сбили. Я сегодня уже с утра получила посылку. Заказала я макраме. Хочу сплести одну очень красивую штуку. Ну да, конечно, тебе обязательно нужно понюхать, проверить, да? Хочу сплести одну очень красивую штуку, потом покажу. И заказала вот такие вот искусственные пионы. Они мне очень понравились. Я вообще люблю пионы. Ой, какой запах. Запах, конечно, у них не очень. Так, розовые. Сколько тут? Три розовеньких и два беленьких. И соберу красивый букетик на стол. В общем, вот такой вот букет получается. Такой вот вазочки. Поставила вазочку. Теперь на стол. Вот. Все вот так будет стоять. Сейчас солнышко выйдет, она будет греться. Сразу попросится на улицу. Так, сегодня срочно нужно нам выбросить мусор. Это все картон, бутылки стеклянные, металлические. Это вещи, которые нужно даже выбросить в специальный контейнер. Почему сразу не выкидываем? Потому что это нужно ехать в специальное место, в специальные дни и в специально для этого отведенное время. Вот, не всегда получается, поэтому мы собираем месяца 2-3, наверное, потом это все вот так вот вывозим оптом. Ксюня вернулась, привет. Бонни кто-то укусил. Я смотрю, она сидела, я смотрю, она чешет. Морду себе чешет и чешет. Я думаю, что такое там, что-то застряло, что ли? А у нее вот это вот, подожди. Вот здесь вот опухша. Наверное, оса. Не знаю. Потому что вчера она прям такая играла. Нет, это сегодня, это не вчера. Сегодня. Да. Видите, мордочка вот припухла. Укусил кто-то. С кем ты играла? Ну-ка, признавайте. Кого ты там доставала? Привет. Как дела? Как доехала? Шлем? Маргарита сегодня на велосипеде поехала. Хоть я и запрещала ей, но она все равно. Все равно непослушная. Почему она не будет тебе сказать? Ну, утром прохлада. Не замерзла утром? Нет. А что в маске? Ты прям ехала в маске? Опять теперь сидят на уроках в масках, да? Масочный режим опять. Витаминки? Бери. Давай, надо витамины. Это нормальные желейки, конфетки. Давай, ешь. Я не знаю, с кем она играла. Вчера вроде не было, я не замечала. А сегодня она начала чесать свою мордочку. Думаю, почему она чешет постоянно? Идем сюда. Может быть, пчелка? В обед тоже поедешь на велике? Да. Не жарко? Вот здесь, да, видишь? Видела, знаете? Так, все, быстренько кушаем. Маргарита, я не знаю, успею побрить тебе затылок или нет? Давай быстро кушаем, успею. Там 2 минуты всего лишь. Потом. Сейчас жарко. Для чего я купила вот эти нитки? Чтобы связать. Вот такую вот красивую штуку. Так, здесь у меня 50 метров. Я надеюсь, хватит. Может, даже останется, смотря, конечно, как много я буду делать лепестков. В общем, посмотрим. И делаешь один, нет. И делаешь один. Если останется, сделаю. Если нет, нужно будет опять купить. Пойдем. Морознее. Бабуля вчера дала ей деньги. Она теперь... Ну, как к лицу зачем? Они же грязные, Каролина.
Ты съешь их еще. Да. Не надо, они грязные, серьезно тебе говорю. Да? Угу. Хорошо. Теперь она не может успокоиться, хочет что-нибудь купить. А с ней никто в магазин не идет. Я не хочу эти индусам. Сама? Так ты же не знаешь, сколько стоит. И хватит тебе или нет. Ну вот. А давай я с тобой пойду. Вон, с Бонни сходи. Мы там Бонни спряталась. Угу. Сидит. Сидит, ждет. Кушать. Угу. Мы покушали, вон мяско осталось, мяско. Она ждет. В 3.05, где-то в 3.30 будешь? Да. Все девочки едут? Да. Вместе? Да. Ну хорошо, только осторожно. Уже постирать надо, она говорит. Вон там, где у тебя пальчик черный. Что ты хочешь от меня, Бонь? Я тебе уже дала. Все. Пока. А рюкзак? В школе. А, в школе. Ну, давай. Пока. Пока. Аккуратно. Поехала. И без шлема, главное. Висит шлем на велосипеде, она шлем не надела. Ксюша ушла за мороженым с Каролиной. Мне нужно на кухню убирать. Убирать я буду, Бонь. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't... Так ты себе купила? Да. А с нами не поделишься? Да, ну только один, а это все по домой. Ух ты. А, ты только по одному каждому, а все остальное твое? Да, мне там только 6 внутри. А так нас 6. Ух, твои. Нет, хочу клубнички. Окей, мы на холодильник и на микрофон. Давай одно спрячь в холодильник. Да. Да кто это у меня тут лежит, загорает? А? Кто это лежит, загорает тут? Классно? Да. Хорошо на солнышке? Да. Осень пришла и солнце выглянуло. Мне нужно голову помыть. И я. И тебе тоже? Тут Каролина недавно подходит, говорит, мама, я хочу канал на Ютубе, как у Маргариты. Я говорю, Каролина, что ты будешь снимать? Какие видео? Открыть канал легко. А вот какие видео ты хочешь снимать? А? Видео какие? Краситься будешь? А тебе не рано ли? Так тебе рановато еще краситься? Придумай что-нибудь другое. Что ты хочешь? Я тебе открою канал без проблем, но вот что ты будешь снимать? Что ты будешь подписчикам своим рассказывать, показывать? Только что загрузила влог, немножко почитала ваши комментарии, сердечки поставила, еще потом чуть позже зайду, когда все обновится, будет больше комментариев, и почитаю дальше. Написали комментарии, и очень часто вообще пишут под нашими влогами, что Маргарита очень грустная, почему Маргарита такая... Почему Маргарита грустит, не разговаривает, не смеется? Я уже говорила, что у Маргариты сейчас такой период. У Маргариты сейчас такой период. Я тоже заметила, что она чаще всего сидит одна, она закрывается в комнате. Она редко когда выходит с нами посидеть, посмеяться, пошутить. Она меняется, у нее переходный возраст, вот это вот 12-13 лет как раз. Хочу сыграть с тобой. Поэтому вы не удивляйтесь, если Маргариты у нас будет меньше сейчас в видео. Никого я не заставляю сниматься в наших видео. Кто хочет, тот снимается, тот показывается. Если она не хочет, у нее сейчас такое настроение, знаете, она может выйти, она посмеется, что-то там пошутит, все, она уйдет и нахмурится, сядет у себя в комнате. Будет сидеть хмурая такая, грустная, вот, слушает музыку, рисует, что-то там смотрит, какие-то фильмы смотрит, сериалы смотрит, ну, в общем, не теряйте ее, все хорошо, просто у нее сейчас такой период. В субботу мы пошли с ней погулять, это я ее, можно так сказать, вытащила, сказала, все, пойдем погуляем, потому что она не особо хотела, это был ее день. Мама пошла сначала к подружке, пошла купаться. Пришла вечером, я говорю, все, пойдем погуляем хотя бы погуляем просто вместе. Поедем, прогуляемся, покушаем мороженое. А так она вообще никуда не хотела идти, у нее не было настроения. Линейку дай мне. Дай мне линейку, Маргарита. Мне нужна линейка. Мне там
Вы же учитесь в школе, мне линейка нужна. Мне нету такой бухгалтерии нужна. Я видела где-то, у кого-то была. Нет. Ну, давай мне линейку. Так, в общем, мы сейчас будем плести лепесточки, которые я хотела. Все готово? На улицу не пойду. Так, веревка, что мне нужно? Сейчас я покажу. У нее здесь 20 сантиметров. Сами веревочки. А вот это главное 40 сантиметров. Вот мне нужна линейка. В общем, вот такие вот кусочки по 20 сантиметров. А вот эта вот основная, она 40 сантиметров. И потом мы будем на нее привязывать вот эти коротенькие. Так, сколько штук, я не знаю. Сейчас посмотрим. Так, вот пара, вот пара, вот пара. Я расчесывала Бонни. Теперь нужно вот эти все прятки расчесать хорошенько. Подрезать, потому что нужно сделать это ровно, чтобы две стороны были одинаковые. Вот здесь вот, не знаю, старалась сделать остренький конец, но больше не буду, иначе сейчас увлекусь, отрежу лишнее и все, и потом будет уже некрасиво. Думаю, так пойдет. Вот так вот. А то если я его сейчас подниму, он начинает терять форму. Видите? Поэтому нужно чем-то его побрызгать. Может, крахмалом, чтобы он жесткий стал. Есть один минус, очень много мусора. Мне придется потом пылесосить. Именно когда вот обрезаешь вот эти вот ненужные, тогда на все это сыпется. Марго, давай будешь тоже делать, быстрее сделаем. Давай. В четыре руки будет быстрее. Будет четыре больших и, наверное, сделаю два маленьких. Посмотрим. В общем, пока только большие сделаю. Вот такой вот моточек. Посмотрим, сколько останется от него.
пойдемте. Давай с тобой. Смотри, бабушка, пойдем. Смотри, ну давай. Она же так может головой упасть. Ты что? Давай, пошли. Давай, еще раз. Осторожно. Беги, Маргарита, лучше. Мы пошли в лес за палкой. Почему? А потом я буду вешать листочки. Макс мне шишки нашел даже. Смотри. Такие вот. Еще одна. Вот такую? Да. Тут кукурузное поле. Нет, еще длиннее, чтобы это короткое сильно. Вот куда мы пришли. Ты видела, кто там? Смотри, там олененок. Смотри. Олененок поскакал. Алло! Все, убежал в лес. А тут кукурузка. Если бы не я, ты бы не увидела. Если бы я домой, Ксюша нашла палку. Да, Ксюша молодец. Пойдем, Макс. Ксюша молодец. В комары, пойдемте отсюда. На меня почти один сел. Быстрее. Это сейчас покусают. Сейчас быстренько пожарю греночки. А что тебе не нравятся гренки? А что ты хочешь? Макс, не знаю, хочет. Что это. Макс хочет гренки. Ты почему не хочешь? Есть, я сок. Гренки. Гренки. Знаешь, что такое гренки? Все, приятного аппетита. Кто с чем? А я хочу черный хлебушек. Ты, может, тоже будешь, нет? Нет? Нет, это твой чай. Только сахара нет, сахар посыпай. Это мой чай. Давайте, через часик уже спать ложиться? Нет. Да. Нет. Да. Я хочу. Этот корм, он немножко другой формы, да? Да. Как цветочки, да, как цветочки. Ну, нормально кушает, она много не сыпь, только а то она высыхает. Все, пойдем зубки чистить. Лекарства выпили. Надеюсь, сегодня без температуры. Зубы давай проверять буду твои. Нет. Да-да-да, ты плохо чистишь зубки. Голливудская просто. Голливудская улыбка у Каролины. Ну покажи. Голливудскую улыбку покажи. Доброй ночи. Завтра рано утром вставать. Тебе рано, да? Ну вот, на велосипеде, значит, надо в 6:15, 6:20 встать. Мама.